Какое, на ваш взгляд, библейское основание на сегодняшнее пользование интернет-магазина и приложения мобильного телефона? Используемое как средством связи. Какое мировоззрение будет у молодежи как результат этого удобства? Библейское основание, я прочитаю такой стих. 1 Коринфянам, 7 глава. Я несколько стихов прочитаю с 29 стиха. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». То есть смысл какой, братья? Мы живем в этом мире и чем-то в этом мире пользуемся, да? Мы же живем в этом мире, мы зарабатываем, мы имеем денежки, мы что-то покупаем, что-то приобретаем, но библейская позиция, братья, чтобы ничто не овладало нами. И сегодня в этом мире особо остается ценным и важным. Корень всех зол есть сребролюбие. Вот это выгода, выгодно. Она занимает, бывает, много времени. Человек рыщет по этим интернетским магазинам, закоулкам, где бы подешевле, где бы что-то. Но всегда ли она выигрышна? Вот. Чтобы ни к чему не прилагать сердце, чтобы... Если уж чем-то попользоваться надо, где-то машинёшку подыскать, где-то какую-то вещь купить в интернет-магазине, но чтобы не прилагалось бы сердце, все мне позволительно, но не все полезно, но ничто не должно обладать мною. Я думаю, вот это вот библейский ориентир. И если вкладывать в молодежь вот это библейское понимание, что пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего, это все приходящее. Не этим жить надо. Где-то что-то надо, ну, взял и пошел, и все. Но если занимает уйма времени у меня, если я этим живу, в этом копаюсь только, это будет неверное понимание. Почему в нашем братстве нет духовных семинарий? Братья, я думаю, наше братство, наверное, как, может быть, даже как никакое другое объединение, ну, я имею в виду деноминацию какую другую, уделяет внимание библейскому образованию. В каждом, я думаю, наверное, в каждом объединении нашего братства проходят библейские курсы. Вот. В некоторых сейчас в братстве уже на протяжении нескольких лет работает библейская школа. Думаю, что уровень нашей библейской школы довольно высокий. Довольно высокий. И братья, кто ревнует о библейском образовании, пожалуйста, скажите о своем желании вашим братьям, записывайтесь заранее в библейскую школу. Вот. А так, конечно, пожелание всем руководителям молодежи, по крайней мере, курсы библейские объединения пройти. Это непременно нужно бы. А так, сейчас даже работают во многих местах библейские курсы для подростков. Есть уже в объединениях в Сибири, допустим, работает у них уже своя библейская школа. Это более серьезное направление, чем просто курсы. И параллельно курсам она проходит у них.
Есть еще в некоторых других объединениях, тоже работают братья в этом направлении. Так что нет у нас духовных семинарий особо высоких каких-то, чтобы дипломы выдавали, но есть у нас неплохо поставленная система библейского образования. В последнее время, по крайней мере, в среде нашей молодежи, нашей церкви, наблюдается потеря благоговения на молодежных и где-то общих собраниях. Бывает трудно поддерживать дисциплину. А ведь идет рассуждение над Словом Божьим. Почему так происходит? И какой вы дадите совет, чтобы на молодежных сохранялось благоговение и дисциплина? Но и в то же время, чтобы была и простота, не скованность на разборах Слова Божьего на молодежных. Братья, ну что, о чем-то я уже говорил, о страхе Божьем, да? О потере благоговения, и она проявляется и на молодежных. Наверное, недели две назад или сколько, у нас прошел семинар руководителей молодежи нашего Уральского объединения совместно с Московско-Приволжским объединением. Два объединения соединили. И у нас было включено в программу молодежного этого семинара руководители молодежи такая тема: рассуждение над насущными проблемами молодежной работы. Ну, брат вел так несколько, каждый день по часу, и он одну из проблем он взял как раз вот эту: как добиться дисциплины в молодежной группе или на молодежных общениях. Конечно, это тоже тема большая, и надо бы поделиться опытом, кто как справляется с этим делом. Но бывает, братья, что вот околоцерковная молодежь, а ее больше становится в нашей среде, они задают свой тон, ведут себя развязанно, непочтительно и на разборах и так далее. Как в этом случае быть? Ну, может быть, несколько штрихов, что скажу, братья. Хорошо, когда у нас в молодежной группе все-таки как бы конкретно выраженная позиция по некоторым вопросам. Их можно даже обговорить в молодежной среде. Молодежь, вот как мы будем устраивать свою молодежную жизнь, что допустимо, что недопустимо, или вот давайте будем этого придерживаться. Иногда молодежь сама вполне может определить, что недопустимо. Разговоры, да нет, они мешают нам во время, там, или там, в телефонах, давайте отключим все телефоны во время разбора, или еще как-то. Вот, и установить какой-то порядок, когда есть установленный порядок, легче. Легче тогда его добиваться и поддерживать его. Вот. Ну а так, братья, конечно, где-то увещевания, где-то беседы личные и так далее. И, ну а если совсем не слушается, что тогда делать? Просто отсылать, больше на молодежное не приходи. Думаю, не лучший вариант, братья. Добиваться как бы дисциплины надо, но сказать «больше не приходи», а может и больше и не придет, и никогда не придет. Это не вариант, братья. А так вот добиваться, может быть, приобщить к этому пресвитера церкви, чтобы он беседу какую провел в молодежной группе или лично с кем-то побеседовал и так далее. Но чтобы разбор слова был бы простым и не скованным, конечно, братья, если разбор слова будет скучным, монотонным, дисциплину вам навряд ли удастся
удастся добиться дисциплины. Надо, чтобы разбор прошел живым, чтобы все принимали участие, и такие, которые и ведут себя плохо, пусть они тоже потрудятся, и для них какое-то задание или что-то, их приобщить к общему разбору. Да благословит вас Бог, братья, здесь трудно какую-то инструкцию тоже дать. Папа частенько сидит в Ютубе, новостями интересуется, несет служение в церкви. Меня это тревожит. Как быть? Нормально ли это? Ну, однозначно, что ненормально, ненормально. Ненормально, когда много времени проводится в этом деле. Вот, ну, в Ютубе там же не только новости, а где-то одно другое, одно за другим просмотреть, и там до бесконечности, до бесконечности. Один брат рассказывал, он, ну, труженик даже, труженик, говорит, вот тоже завел я себе сенсорный этот телефон с возможностями разными, думаю, да я ж там определюсь, где мне дозволено, где не дозволено. Но быстро поймал себя на самом простом. Говорит, с юности я еще интересовался устройством самолетов. И вот теперь все возможности там посмотреть. И говорит, и я поймал себя на том, что я там уже час торчу в этом телефоне. И сколько времени уходит. А у меня тут дети дома. Они рады были меня встретить с работы, а я вместо того, чтобы им время уделить. И я стал наблюдать, как я духовно опустошаюсь. Ненормально. А как быть? Ну, немножко посложнее, как быть, потому что ты сын, а это папа. Но все-таки где-то с почтительностью, может быть, подсказать, папа, я бы так не хотел, или ты, пожалуйста, удели нам побольше времени, или давай мы вместе лучше с тобой за Библией посидим, а то ты столько времени за... просмотром этой информации. Братья, поясните вопрос об участии в собрании молодежи не членов церкви, даже еще не покаявшихся. Как пример, юноша с христианской семьи дружит с девушкой из нехристианской семьи, но вместе с ней ходит в собрание. Ну, братья, так общая позиция наша обычно, ну, где-то так и рассуждение, я уже не помню, давненько уже, но в молодежном отделе тоже было рассуждение. Есть служение, где участвуют в церкви только члены церкви, ну, допустим, церковный хор. Или церковное выездное благовестие, ну, как бы организованное на неделю или сколько, за лучшее, когда в этом участвуют члены церкви только. Ну, а вот как быть, если молодежь выйдет петь, допустим, на общем собрании? Как быть? В оркестрах, допустим, народных инструментов и так далее. В общем-то, и в МХО такая позиция, что допускаются участие и не членов церкви, но учитывая должный внешний вид и должное поведение. Ну, чтобы не было преткновения, допустим, разодеты и будут здесь на скрипочках играть нам или в коротеньких юбочках и так далее. Такие не допускаются до участия в оркестре. Как быть, если вся молодежь выходит петь, допустим, на общем собрании, особенно в небольшом собрании или в небольшой группе, и... По тому же принципу, братья, в общем-то допустимо, если молодежь вся выходит петь, допустим, что выйдут и не члены церкви. Но все-таки надо наблюдать за тем, чтобы в должном виде, чтобы не было преткновения, можно кому-то подсказать, ну, в таком виде
ты в следующий раз не сможешь поучаствовать в молодежном пении. Тебе надо или пересмотреть свою одежду, или ну, как-то по-другому. Поэтому вот так, как общее направление, вот такое, братья. Ну, я думаю так, что здесь надо по ситуации смотреть, где возможно и где слово руководителя молодежи будет иметь действие. Вполне нормально, если это скажет руководитель молодежи. Если же руководитель молодежи молоденький, да еще и, может быть, там касается сестер значительно старше его по возрасту, то вполне уместно сказать об этом служителю и попросить, чтобы он побеседовал или он сказал. Последний вопрос, но довольно серьезный. Для чего исповедание обязательно в присутствии служителя? Братья, вопрос исповедания, он широкий вопрос. В общем-то, это очень важный момент, вопрос исповедания. Исповедать, поведать, открыть, сказать. Библейское основание довольно значительное. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Но кто сознается и оставляет, тот помилован будет. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть поведать, открыть. Обязательно в присутствии служителя. Братья дорогие, есть разные исповедания. Допустим, согрешил я против брата, ну что-то его обидел или что, и пойду я к служителю и скажу, помолитесь за меня, я брата обидел. А служитель скажет, и Бог скажет мне, а ты иди к брату и исповедуйся, перед ним исповедуйся, скажи соседу, сосед, я у тебя украл курицу, или я там забор передвинул, или я там вор, или я там еще какой-то, или я на тебя наговорил, я вот такой, поведай, исповедай свой грех, исповедай. Перед тем, перед кем согрешил. Исповедать надо еще перед людьми, и перед теми, кому я послужил соблазном. Допустим, я неправильно обошелся с братом, а был целый ряд свидетелей, которые видели, что я согрешил против него. Да? Я должен и перед ними исповедаться, попросить прощения, и перед теми, которым я послужил соблазном. Есть грехи, которые исповедуются перед церковью, которые мы просим прощения. Но есть грехи, которые мы так понимаем, что исповедание в присутствии служителя. Да, мы исповедуем Богу, мы открываем Богу свой грех, но в присутствии свидетеля. Какое библейское основание? Их, в общем-то, мы находим тоже неоднократно эти моменты. Если читать Старый Завет, в Старом Завете, книга Левит, 16 глава, был специально день очищения для евреев, и написано, очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священодействовать ему. Очищать должен священник.
Да, служитель, он не отпускает грех, не прощает грехи, это делает Бог, да? Но почему в присутствии служителя? Потому что служитель на это поставлен, Бог дает ему способности и полномочия на это. Он может дать определенный совет, он может вникнуть в это дело, он может и ходатайственную молитву произнести, или как бы походатайствовать в молитве за согрешившего. Поэтому так понимаем, что исповедание, особенно грехов, ну, таких тайных, я и Господь только, но этот грех должен быть открыт. Человек может плакать, сокрушаться, «Господи, ты прости меня», а как будто должного прощения нет, потому что Бог как бы говорит, «Ты грешил, я и так видел, я тебя и так видел, когда ты согрешил, а вот ты теперь открой твой грех, чтобы он перестал быть тайной, ты его открой, исповедуй». Но, естественно, не кому-то на улице или не кому-то из братьев и сестер. Можешь его еще в большее искушение ввести, чем ты сам оказался. А исповедание в присутствии служителя. Служителя, который может за тебя помолиться, которому Бог дает способность забывать. Иногда ко мне подходят души и говорят: «Вы помните, я тогда и тогда исповедовался вам в грехе?» Я говорю: «Слава Богу, что я не помню». Потому что Бог дает, если бы я помнил, все это носил в себе, это же был бы такой груз непосильный. Вот. А сколько такого, где кому-то просто на стороне исповедался кто-то, рядовому брату или сестре, а потом эта сестра носится этой мыслью и сама несчастна, и сама не может этот груз снести. Поэтому, братья, ну вот так, исповедание в присутствии служителя. Даже Иакова, 5 глава, признавайтесь друг пред другом в проступках. Но там есть и в контексте, какая ситуация. Больной и призвал служителей. Призвал служителей для того, чтобы совершить молитву с помазанием. Признавайтесь друг пред другом в проступках. Вот больной открывается служителю.